Институт полиязычия Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова объявляет об открытии летней школы на английском языке с 1 июля по 30 августа. Занятия проводятся иностранными преподавателями-носителями языка. Уроки проводятся 5 дней в неделю по 3 часа. Стоимость 22 тысячи тенге в месяц. В программе практика разговорной речи, творческая работа, а также внеаудиторные занятия. Спешите записаться. Запись по телефону 87-112-26-06-25, 8705-298-12-62.